«Ромео и Джульетта» — это спектакль, с которого началось мое существование в театре. Это был мой первый спектакль, который я приготовила с Ниной Александровной Кургапкиной, когда мне было 18 лет. Мы работали очень долго. Мы работали почти 9 месяцев. Каждый день, приходя в зал, мы что-то добавляли, убавляли, нарабатывали, работали над жестами. Она долго рассказывала, объясняла, спрашивала, почему так или иначе ты делаешь то или иное движение. Отвечай себе на этот вопрос. И никогда не нужно показывать ничего формально. А потом в работу включился Александр Александрович Степин, мой педагог по актерскому мастерству. И вот здесь уже предела совершенства не было. Когда мы с ним говорили, мы оба переносились из вот этого балетного зала на улицу Вероны. Мы оказывались в склепе, мы посещали комнату Джульетты. Джульетта выходила на балкон, и все это было по-настоящему. Мы учились перевоплощаться и переносить собственное «я» в совершенно другие обстоятельства. Он заставлял меня из глубин моей души доставать какие-то неведомые мне чувства и эмоции, которые меня даже пугали. Такой работы у меня не было ни над одной другой ролью. И такого погружения полного, что я даже иногда не давала себе отчета, кто я, вот сейчас я еще Джульетта или я уже Женя, что происходит? Эталоном для меня, конечно, останется «Ромео и Джульетта» Леонида Лавровского. Потому что в этом спектакле все создано для персонажей. Эта постановка, на мой взгляд, совершенна. И даже не обязательно обладать сверхъестественными актерскими способностями, чтобы быть прекрасной Джульеттой или прекрасным Ромео. Но столько умов, столько драматических режиссеров поработали над этой версией спектакля, что здесь практически нельзя проиграть. Thank you.
Это было так бесценно, я бы даже сказала, что, наверное, никакой другой опыт не дал мне столько материала для воплощения своей Джульетты. Каждый раз, меняя обстоятельства, обстановки, партнера, театр, моя Джульетта, она оставалась нерушимой. Можно сделать с ней все, что угодно, добавлять, убавлять, надевать другой костюм, другой грим делать, но Джульетта, она уже сформировалась как личность. Я с ней сроднилась, и как только звучит вот это вот заветное название «Ромео и Джульетта», я сразу вспоминаю эти прекрасные дни работы над самым первым спектаклем в Мариинском театре. И понимаю, что снова грядет это чудо под названием «Моя Джульетта». Моя премьера в спектакле «Ромео и Джульетта» в Санкт-Петербурге, я стала мечтать о том, чтобы исполнить Джульетту в редакции Кеннета Макмиллана. Эта мечта воплотилась в реальность уже очень скоро. Меня пригласили в Ковен-Гарден. Пригласили именно на этот спектакль. Я не знаю, как так случилось, но все совпало, и я в безумном восторге, в предвкушении отправилась в Лондон, где мне передали эту постановку очень четко, очень внимательно. Вдова Кеннета Макмиллана присутствовала на репетициях, она все время проверяла, она все время давала важные, ценные советы. И, конечно, мне было очень интересно прикоснуться к этой более свободной версии, ведь она была создана уже на основе версии Леонида Лавровского, но в ней было чуть больше свободы, чуть больше того времени, в которое она создавалась. И, конечно, есть спорные для нас, русских балерин, моменты в этом спектакле, но есть и более откровенные, такие, что заставляют включаться актерски в эту роль немного иначе. Небольшая сцена Ковен-Гардена и близкое расположение зрителей помогает немного интимнее рассказывать о своих проблемах. И вот здесь стояла такая интересная новая задача, более драматичная, более такая в стиле Лондона. И мне это все было безумно интересно. И спустя некоторое время я уже как опытная исполнительница версии Макмиллана отправилась в Американский балетный театр. В Метрополитен Опера я танцевала ту же самую Джульетту Кеннета Макмиллана. И тоже по-своему интересно, потому что американцы интерпретируют эту редакцию своеобразно. По сути, это была даже третья Джульетта. Thank you.
Да. С редакцией Кента Макмиллана связано очень много воспоминаний, и мне очень дорого это, потому что, наверное, лучше, чем он, свободу вот этих двух молодых людей, двух детей не раскрыл, наверное, никто. Макмиллана, это струящаяся, какая-то кантиленная, переливающаяся хореография, легкая. Казалось бы, все не связано, но в то же самое время одно движение переливается в другое, и получается какая-то бесконечная игра. И это все настолько естественно, настолько легко. Наверное, для меня это просто самый совершенный дуэт Ромео и Джульетты, который мог быть в моей творческой жизни.
новую редакцию в Большом театре поставил Алексей Ратманский. Изменив музыкальный акцент и совсем иная хореография, мне было сложно с этим смириться, и поменять себя потребовалось достаточно много времени. Но все равно, когда встречаешься с любимой ролью, начинаешь ее понимать, болеть за нее, и, конечно, рано или поздно эта редакция становится такой же родной, как и все остальные. У Алексея Ратманского есть больше свободы, и у каждого из нас есть некоторый выбор. Каждый персонаж может быть по-своему разным. Например, Меркуций, на мой взгляд, он достаточно злой персонаж в данной редакции. Это какой-то молодой человек. Он любит злословить, он шутник, но он не добряк. Например, у Лавровского это однозначно какой-то положительный персонаж. Да, может быть, он клоун, какой-то смешной человек, но не злой. Здесь же более такая кинематографическая получилась картина, а все персонажи очень естественные и натуральные, как любит Алексей. И в этом есть своя прелесть, потому что перед нами немного более сложная задача. Мы не должны переиграть, мы не должны слишком театрально, крупно действовать на сцене, потому что это будет утрировано, это будет неестественно, от этого надо отходить. Все, что требовалось в старой редакции, быть более убедительным, жест должен быть более широким. А здесь как раз наоборот. Нужно быть очень натуральным, очень естественным. И для моей Джульетты было очень важно здесь никому не подражать. В общем-то, для нее ничего не изменилось, все те же самые сцены, но, может быть, у меня было меньше помощников, таких жестов, которые помогали мне, таких музыкально совершенных движений. Поэтому мне приходилось, конечно, что-то додумывать, что-то сочинять для самой себя, чтобы верить себе. Но в этом и есть прелесть, наверное, этой постановки, потому что она по-новому зазвучала для меня, во всяком случае. Thank you.
Алексея получился наиболее драматичный финал. Сцена в склепе, смерть Ромео, преждевременное пробуждение Джульетты, их, казалось бы, возможное, но уже несбыточное счастье, это, конечно, достаточно сильно. И если прочувствовать это, можно, конечно, незаурядно завершить этот спектакль, потому что, конечно, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.